Подключаем к нашему эфиру Андрея Пиантковского, российского журналиста, политического деятеля. Андрей Андреевич, приветствуем вас. Да, добрый день. Андрей Андреевич, добрый. Вновь ядерный удар становится, ну или тема ядерного удара приобретает актуальность. Почему так? Это Путин занимается ядерным шантажом последние 12 лет. Вот это такие реакции Rand Corporation и других организаций, они фактически способствуют этому шантажу. 12 лет назад не было принято, и даже раньше не были приняты Грузия и Украина из-за ядерного шантажа. Не было никакой реакции на агрессию в Грузии и на аннексию Крыма. Ядерный шантаж работает как угроза, но это абсолютно пустая угроза. Я назову вам три причины, по которым я считаю возможность использования ядерного оружия путинским режимом минимальной. Ну, во-первых, я уже сказал, он эффективно работает как угроза, заставляет отказываться от каких-то действий. Даже сегодня он продолжает работать. Ну, например, есть такой пропутинский деятель Салливан в байденской администрации. Вот он все время держит за рукав и Остина, и Блинкина при каждом новой их попытке увеличить и сделать более качественную военную помощь. Аргументами не надо провоцировать Путина, самое главное не допустить эскалации войны, самое главное не вступить в столкновение с Россией, ну, какие-то результаты еще приносят. До недавнего времени ему удавалось тормозить передачу Украине вооружения для Хаймерса дальностью более 300 километров. Кстати, по последним моей информации, которая имеется, эти средства будут все-таки передаваться. Вот, но само применение, оно не принесет никакой военной цели. Ну, предположим, Путин совершить чудовищное преступление, да, он может это сделать, и уничтожить какой-нибудь украинский город, убьет сотни тысяч людей. Какой военной цели он при этом достигнет? Что, Украина капитулирует, сдастся, проведет референдум в Херсонской области по присоединению России? Нет. Поэтому политическую цель приносит только угроза размахивания, обрицения ядерного оружия. Второй момент. Все поведение Путина в последнее время показывает, что проблемы личной безопасности для него даже больше доминанта, чем известная всему миру его ненависть к Украине и Западу. Мы видим, как он добивается сейчас прекращения огня всеми средствами. Это было его требованием в Стамбуле. Он хотел привязать это прекращение огня под Херсоном в пакет соглашений. Этому не удалось. Сейчас он договорился с Эрдоганом. Эрдоган взял на себя ту миссию. Макрон, Шольц и Драги. Драган повторяет тот же темничек Макрона, не надо унижать Россию, дадим Путину спасти лицо и так далее. Да, кажется, лица уже не осталось после теракта в Ельяновске. Да, о чем говорите. И последнее соображение, мое еще третье, почему это маловероятно, потому что ядерная кнопка, это у него нет ядерной кнопки на столе, на которую он нажимает. Прости, ядерный взрыв, это требуется участие минимум десятка людей. Я могу рассказать всю эту процедуру, и очень трудно представить, что все 10 российских офицеров, которые к этому имеют отношение, оказываются такими безумцами, как Путин. Так что я еще раз повторяю, это очень маловероятно, пока это эффективно работает именно как средство шантажа и угрозы. Андрей Андреевич, одним все же из пунктов, которые аналитики подают как вероятный для применения ядерного оружия Кремлем, является разворачивание дополнительных сил Альянса НАТО на восточном фланге. И пока что мы полным ходом видим, что эти процессы происходят. Например, я вспоминаю новость за вчера о том, как США перебрасывают 6 истребителей F-22 в Польшу. Также, если мы говорим о Польше, там подписали соглашение о покупке из Южной Кореи 48 истребителей, 180 танков и 600 гаубиц. Ну, то есть, это на самом деле довольно приличная история, даже по меркам локальных войн. Скажите, пожалуйста, вот Путин
проглатывает все это, он же понимает, что альянс разрастается. Это уже происходит. Но я про Швецию и Финляндию вообще молчу. А почему молчу? Это очень важный элемент. Показывает, что Путина никто уже не боится. И это заслуга Украины. В течение 5 месяцев войны никакой второй армии в мире. Я уверяю вас, в декабре финны бы не рискнули, еще в декабре прошлого года не рискнули подать заявку на вступление Финляндии в НАТО, да и Запад, и прежде всего американцы не приветствовали бы эту заявку. Сейчас все знают, что никакой второй армии нет, и финны уже не боятся. Они противостояли более мощному Советскому Союзу достаточно успешно в 1939 году. Все, что вы рассказали, это показывает, что вот таких аналитиков из Rand Corporation, эти аналитики 15 лет способствовали путинскому шантажу, уговаривая каждый раз уступать ему и прощать ему все преступления. Время этих аналитиков закончилось. А вот те чудовищные преступления, которые совершили русские войска и российское руководство за последние дни, вы понимаете, о чем я говорю, они перевернули сознание на Западе еще раз после Бучи и Ирпень, если кому-то это было недостаточно. Сейчас идет заседание Совета Безопасности, где обсуждаются эти преступления Москвы. Это преступление режима всего политического класса. Посмотрите, вся пропагандистская машина с утра оправдывает вот эту совершенно нелепую идиотскую версию. Им особенно, они, кроме того, что они подлецы, они еще абсолютные идиоты. Им захотелось еще зачем-то привязать американцев, и они еще к своей версии добавили, что это американским ракета «Хаймарса». Но предъявите ракету «Хаймарса», они все учтены совершенно. Преступление российского политического класса, многих моих коллег, которых я знаю всю жизнь, в том, что они, ну, как бы становятся соучастниками этого преступления. Какой? Я задаю себе вопрос. Прошу прощения, просто напомню нашим зрителям, чтобы они четко сориентировались. Речь идет о Еленовке, то есть о том теракте, который российские войска совершили сегодня во временно оккупированной Еленовке. Да, это последствия этого теракта. Сейчас наши зрители могут видеть у себя на экранах. В ходе которого, по предварительной информации, погибло 53 украинских военных, среди которых были бойцы батальона «Азов». И что самое примечательное, по информации уже от Российской Федерации, от оккупационных администраций, никто из сотрудников вот этой колонии, которую вы видите сейчас, абсолютно разрушенная, и вот даже кровь, тела погибших бойцов, никто из сотрудников этой колонии не пострадал. Андрей, а для чего этот теракт? Ну, то есть, какую цель они преследовали, совершая это преступление? Вы знаете, там уже сейчас каналами, так краем глаза и тем более за блогерами, там очень напряженная развернулась борьба. Есть такие русские фашисты, которые считают Путина недостаточным фашистом, слишком заботящимся о своей заднице. А это действительно так. Он очень заботится о своей заднице и хочет, ужасно хочет достигнуть какого-то промежуточного соглашения, которое бы он сумел продать своему народу как некую фейковую победу. Есть убежденные фашисты, которые, да вы знаете таких, вот вам часто показывают Гиркина, например, или Кэдми, витийствует на российском телевидении, которые обвиняют Путина в слабости, мягкотелости, и я думаю, возможно, я это издевательство над украинским военнопленным и уничтожение 50 украинцев заключенных, справедливо этими сторонниками это ультрафашистской ориентации для того, чтобы даже сорвать какую-то возможность переговоров. Андрей Андреевич. И повязать Путина кровью окончательно, хотя он уже давно в ней с ног до головы. Да, уже больше 5 месяцев. Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание сегодня оперативное по поводу теракта в Еленовке. В нем участвовал главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный, глава нашего главного управления разведки Кирилл Буданов,
представитель службы безопасности Украины Василий Малюк. Исполняющий обязанности главы службы безопасности, да, Василий Малюк и уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Любинец. Так вот, в докладе, который представили главе государства, содержались вот та самая информация, содержалась, которую мы уже неоднократно озвучили в эфире, в частности о том, что ни один из представителей охранных ведомств, находившихся в этой колонии, или представителей властей ДНР, так называемых, не пострадал. Ну, чудеса случаются. Вы знаете, я не припоминаю даже такого случая массовой расправы с пленными со стороны гитлеровского режима. Путинские стараются... Ну, Россия уже исчезает как... С моральной точки зрения, как государство. Ведь неужели люди не думают, что ну, через несколько месяцев, когда все это рухнет, они окажутся в таком же положении, как немцы в мае 45-го года. Все нации придется отвечать за эти преступления, ужас которых просто нарастает с каждым днем. Это громадная моральная проблема. Андрей Андреевич, еще очень важно, что по итогу этого оперативного совещания в офисе президента при участии всех представителей, руководителей главных силовых ведомств страны имеется конкретная просьба, я не знаю, как бы проявить реакцию свою главных мировых сообществ. В том числе речь идет про ООН, Международный комитет Красного Креста, которые, по сути, выступали гарантами, помните, еще при эвакуации из Азовстали, гарантами жизни азовцев, которые, да, по сути, добровольно, не применяя оружие, под их гарантиями сдались в плен. Скажите, пожалуйста, как отреагирует мировое сообщество? Ваши прогнозы? Ну, за мировое сообщество я не берусь, ООНовская бюрократия. Тогда, возможно, известно своим пока. Я думаю, что в ближайшие дни Госдепартамент Соединенных Штатов объявит Россию государственным спонсором терроризма. Но это будет уже очень запоздалое объявление и слишком мягкое. Какой к черту спонсор? Российское государство... Спонсор – это вот кто-то дает деньги каким-то террористам. Российское государство – государство-террорист. Вот именно такая оценка должна быть вынесена. Ну, это последний тест на адекватность мирового сообщества. Какие еще преступления должны совершить путинские агрессоры, чтобы они получили достойную оценку со стороны западного сообщества. Андрей, я не знаю, что скажет Макрон, что скажет тот же Эрдоган. Между прочим, вы упомянули, Эрдоган ведь формально даже был гарантом вот этой сдачи в плен азовцев. Да. Ну, действительно, мы очень ждем реакции. Ну, хотя бы, согласитесь, если бы Россию исключили из Совбеза ООН, это хоть о чем-то бы говорило. Но я так понимаю, что этого шага мы не увидим. Ну, я не вижу процедуры этого шага. Я разговаривал с многими экспертами здесь. Единственный способ исключить Россию из ООН – это всем выйти из ООН и создать новую организацию. Вот это такой реальный способ, другого я вижу. Но прецедент был, исключение. Советский Союз был исключен из Лиги наций в 1939 году за агрессию против Финляндии. Нет, но терпеть вот людей-садистов... Не знаю, у меня нет слов. Люди уничтожают просто саму Россию. Нам очень долго придется отмываться от этих преступлений. Что самое прискорбное для нас, уничтожают Россию ценой жизни украинцев. Андрей Андреевич, государственный секретарь США Энтони Блинкен в среду этой недели заявил, что намерен с Сергеем Лавровым поговорить. Вопрос из анонсируемых, также он планирует обсудить, сейчас я вам скажу, освобождение двух незаконно задержанных в России граждан США. Это Пол Уилан и баскетболистка Бритни Грайнер. Напомню, что с 2018 года их держат в российском СИЗО по обвинению в шпионаже. Якобы это будет тоже предметом для разговора. Но мы понимаем, что есть официальная протокольная часть для СМИ, есть неофициальная. Скажите, пожалуйста, о чем могут вестись эти переговоры, возможно, в контексте Украины?
между Госдепом и Лавровым? Блинкин, на этот вопрос уже ответил. Он звучал не раз на всех каналах, во всех СМИ, что никаких разговоров, принцип ничего об Украине за спиной Украины, он сохраняется. И, собственно, разговор Лаврова с Блинкина с Лавровым – это разговор Блинкина с террористом, которые держат двух американских заложников. И они хотят получить их обратно, выдав им преступника оружейного короля Бута. Не вижу никаких оснований для беспокойств. Позиция Блинкина, та же как позиция Остина, всегда была наиболее последовательной в американском истеблишменте по максимальному сопротивлению российской агрессии, осуждению ее преступлений. Я не уверен, вот в контексте этих случившихся новых зверств, состоится ли этот разговор. Кстати, читаем сообщение о том, что Красный Крест уже готовит визит в Еленовку, по крайней мере, подали запрос для того, чтобы проверить это помещение. И я так понимаю, что хотят установить все-таки детали гибели украинских военных. Ну, сомневаюсь, честно говоря, о том, что я Красный думаю, Крест... Я могу предположить, что их под каким-то предлогом просто туда не пустят. Mm-hmm. Ну, потому что это настолько грубо слепленная эта ложь и чудовищная провокация, их просто не пустят туда. Они взорвали, видимо, каким-то термобарическим зарядом, который вызвал пожар. Информация, которая была, в частности, представлена президенту. Речь не идет об ударе, речь идет именно о взрыве, который там прогремел. То ну, есть, конечно. А что привело к этому взрыву, это отдельно, да, должно расследоваться. Этот вопрос должен расследоваться. Ни в коем случае это не ракеты «Хаймерса». Они себя просто подставили этой дополнительной ложью идиотской. Ну, я не знаю, все мировое сообщество должно ответить, но и украинская власть, и украинская. Я думаю, с такими людьми уже просто невозможно продолжать никакие переговоры. Вы ранее сказали, что это практически последний экзамен для всего мирового сообщества на адекватность или на поддержку. Да. А что означает провалить этот экзамен, например, для тех же представителей Франции или Германии? Ну, провалят они этот экзамен, что-то они скажут, да, с одной стороны. Да, вот я читаю зарубежную прессу, сведения о взрыве противоречивы. Российская и украинская сторона обвиняют друг друга. Вот такой уже подход, достаточно традиционный. Угу. Да, прекрасно, в кавычках. Так, Андрей Андреевич, вот я жду основной реакции. И надеюсь, вот я думаю, что в ближайшие дни, может быть, завтра, послезавтра, Соединенные Штаты объявят Россию государством. Пусть это мягкая формулировка, там не отражающая суть, но она очень важна, потому что у нее есть очень серьезные юридические последствия. Если бы эта формулировка действовала несколько дней назад, то в соглашение в Стамбуле не были бы включены положения о снятии с России санкций по очень чувствительной для них по импорту запасных частей для Боингов, про невелизовые разговоры, по-моему, совершенно неуместные, о размораживании средств Абрамовича. И вообще, странная вот эта фигура Абрамовича, его некоторые называют посредник. Какой он, черт, посредник? Он ближайший к Путину человек. Да, нужно вести переговоры с ним, и даже интереснее, чем с Лавровым или с Шойгом, потому что Лавров и Шойг – мелкие чиновники. А это подельник, один из ближайших к пахану преступников. Но как именно как с посланцем этого человека, как с послом врага, а не как с каким-то посредником или даже чуть ли не членом украинской делегации, как он иногда себя позиционирует. Андрей Андреевич, позвольте вопрос немного уже не о Еленовке и не о Штатах, но, тем не менее, мне кажется, важный. 53 европейских депутата в пятницу обратились к президентке Европейского парламента Роберте Мецоле с требованием созвать срочную сессию института для обсуждения последних заявлений премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Напомню, что он недавно обратился к своим согражданам и высказал некое опасение по поводу смешения рас. Ну, в общем, там уже был немного неприкрытый даже фашизм и нацизм, если об этом говорить. Скажите, пожалуйста, почему Орбан доходит так далеко, и могут ли действительно его приструнить объединенные европейцы? Ну, потому что Венгрия сейчас уж совсем идет в другом направлении, даже не касаемо вопросов Украины.
Нет, но он распоясался полностью, уже сбросил все маски. Орбан – это хорошо известный вашим силовым структурам человек. Он был завербован еще российско-украинским бандитом Могилевичем в середине 90-х годов. Это хорошо известно. И с тех пор находится, когда он был такой еще молодой амбициозный политик, на коротком поводке России. Но никогда он не выступал так открыто. Вот вчера, например, пресс-конференция его вместе с канцлером Австрии, это вообще был гимн в пользу Путина. Ну, и есть инструменты у Европейской комиссии. Одно время они довольно жесткие инструменты применяли в отношении Польши, там, за некоторые вопросы, реформы и так далее. Ну, это отказ там в больших финансовых привилегиях Венгрии как члена Европейского Союза. Но опять же, для этого нужна политическая воля. Потому что все-таки я надеюсь, я боюсь, что вот эти последние преступления, они переполнят вот эту чашу терпения даже склонных к пацифизму европейцев. Единственная возможность остановить эти преступления, Соединенные Штаты должны передать максимально все имеющееся в их руках современное оружие, чтобы героическая украинская армия могла выполнить до конца свою миссию защиты всего человечества от этой чудовищной орды. Андрей Андреевич, спасибо большое. Спасибо огромное. Андрей Пиантковский, российский оппозиционер, математик, был с нами на связи.